Воспитанники этого лагеря – ученики начальных классов, работники, педагоги, которые из года в год проходят курсы повышения квалификации. Для того, чтобы закрыть лагерную смену, ребятам необходимо выполнить задание и пройти по экологической тропе, которая состоит из 4 этапов – музыкальная, интеллектуальная, творческая и спортивная. На каждом этапе ребята получают заветный ключик. Первая станция музыкальная. Задание простое – угадать детскую песню, слова в которой переставлены наоборот. Ребята легко узнавали любимые мелодии и с удовольствием подпевали. А на спортивном этапе увлекательного путешествия воспитанники лагеря демонстрировали свою физическую подготовку. Команда «Оди Kids» справилась с заданиями на отлично и получила 2 ключа. На сегодняшний день смена уже закончена. Лагерная смена позади. Поэтому сегодня у нас праздник, праздник закрытия, когда мы символически соберем, ребят, ключи от лагеря, обменяя их на большой ключ, которым в следующем году откроем лагерь заново. Затруднение вызвала интеллектуальная станция. Ребятам предложили сыграть в познавательную игру «Что, где, когда». Вопросы полностью состояли из пройденного материала. Но поскольку месяц назад дети погрузились с головой в отдых, школьную программу они успели немного подзабыть. И все же это не помешало им заработать еще один ключ. Последнее испытание – творческая станция. Здесь каждый смог проявить свои таланты. Впечатления очень хорошие, было очень весело, и все так ярко, и прям не хочется оттуда уходить. Впечатления очень хорошие, в нем было весело, новые знакомства, раз всякие развлечения, ходили в кино, в музей. Мне в лагере очень-очень нравится. Мы ходили в кинотеатр завтра в поисках Дори, и там мне понравилось очень. Мне очень понравилось, тут весело, мы ходили в кино, ну, разные такие вещи интересные. Завершилась лагерная смена зажигательным танцем в исполнении воспитанников. Ну и, конечно, не обошлось без подарков. Ребятам вручили пазлы и книги. Директор гимназии уверена, что они с удовольствием вернутся в лагерь в следующем году. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».